Бросок идет с ковра, он считается. Если одна нога вышла при броске за ковер, это уже не считается. Единственное, что броски должны идти сюда и сюда. Сюда и сюда. То есть там на углу останавливаете. Готовы? Пожалуйста, время. Борется с Владимиром.
Передайте, пожалуйста, Свистульку Владу и Чезару. И Чезару. Потому что ты будешь бороться. Не он, а ты. И если ты будешь бороться, ты должен знать правила. Тебе будет легче. Готовы? Проиграл. Дальше.
4 балла на 4. Значит, по самбо есть такие, то есть по дзюдо нет, хотя должно было быть, наверное. А то в схватке еще Golden Score. Мне нравится вот по самбо. Значит, да, если бы у него было 2 балла и 2 балла, а он 4 балла сделал, то по качеству он бы выигрывал у Гуря. Но у него 4-4. А вот теперь смотрит, или кто первый сделал, или кто последний. Мне кажется, вот тут я не могу вам точно сказать. Одно время было так, а второе вот так. А вот тут я не почувствовал. Поэтому я не могу сказать, кто выиграл. Или там, мне кажется, что кто последний сделал бросок, 4 на 4, кто последний, тот выигрывает. Кто тяжелее, тот проиграл. Что? Кто тяжелее, тот проиграл. Нет, их не взвешивают. Это раньше одно время. Одно время было так, что после на весы ходили. Мне кажется, Ургуряну выиграл, потому что он последний сделал бросок на 4 балла. Поэтому, да, пожали руки. Он активнее был. 2 раза зашел на Ургуряна. Нет, не играет роли. 4 балла на 4 балла. Нет, 4 балла на 4 балла. И последний бросок сделал Ургуряну. Значит, он выиграл. Все, следующее. 2 пары. Еще 2 схватки у нас. Да, пожалуйста. Владимир взял свистули. Свистули засунул себе в задницу. Давай. Давай! Ты судья! Давай, красавчик. Приглашай. Скажи, пожали руки. Упрись и не давай ничего делать. И все. Свисти. Свисти. Что ты боишься, Владимир? Смотри на схватку. Итак, борется. Кирьяк Лободенюк. Вес 65 килограмм. До конца. Бросок на бок. Считай удержание. 2 балла Чезару. 6-0 ведет Чезар. А ты зайди со стороны головы. Тогда видно будет. Все поднимаешь только. Да. Нет, свисти. Не стесняйся, свисти. Свисти. 6-0 ведет Чезар. Нет. 2 балла Чезару за бросок и 4 за удержание Чезару. 6-0. А ты вот консультируйся с Владом, он тоже неплохо судит. 0-0. Замечание Игорю. За неведение борьбы показывается вот так замечание. Замечание это еще ничего, выигрыша нет. Взял за пояс, взял через бедро. Можно. Итак, 4 нет, 2 балла, Бурдуже. Поднимай стойку, свисти. Видишь, там кимоно этот. 2-0 ведет Бурдуже, и здесь 6-0 ведет Чезар. Да брось его и удержи, и все, блин. Сделать.
минуты осталось. 2-0 ведет Бурдужа. Там было держать его. Он просто начал удушать себя, потом вспомнил, что нет удушающего. Ничего страшного. Ну, удушающего нет. Бросков тоже сейчас. За ковром. Не сдавайся, Георгий. Левой рукой захват. Видишь, нельзя. Вот. И через дырку. Показал, Георгиева. Вот так. Молодец. Все время так, они же чик-чик-чик-чик-чик.
ногами и проиграть одного приема. Смотри за ногами. Не за руками, за ногами смотрим. Вот мельницу. Мельницу. Оценочка 2 балла. Еще так и держали. 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 1 балл. 8, 2 балла. 9, 10, 1 балл. Попочку помыть? А как?
Тазик посадил. А я думаю, кто там полчаса был? Сергей Андреевич, завтра Александр, да? Самого нет, у меня на соревнования мне нужно быть снимать. А у Юрий Александрович сам не хочет. Я уже и деньги даю. А у нас там не пойдет. Он говорит, не хочу. Так, ты не готов, мы тебя наказали. Не заправился, блин. Писька видна. Ну, без пояса. Просто. Что просто? Проезд 40 туда, 40 обратно, стартовый взнос 50 лей. Делаем. А,
фотосессия. Комар. А Мариус у нас сейчас устанавливается. Как, пацаны? Я с тобой поговорю. Ой, Георгий, да. Начинаешь хорошо учиться. Не, мальчики, центр. Чуть-чуть назад. И напой. Влад, ты напой. Вот так. До свидания. Где Даника потерял? Укусишь его за задницу. Гата, куда его палки? Отойди, пожалуйста. Ботов, отойди чуть-чуть, снимай. Ты кушаешь, и мне еще кушать. Мама не смотрит. Мама не смотрит, он балдеет. Ты не расслабляйся, привыкай, там... Закончишь школу, тебя из дома выгонят. Сам уйдешь, я бы не ушел. Мамы с папой никогда в жизни. От жены никогда.